Последняя война, о которой ты предупреждал, началась. Скажи мне, друг, что ты узнал? Я видел конец всего сущего. Полчища гибридов, опустошающие целые миры. Ими повелевает голос из тьмы, Амун. Но ты говорил и о том, как выстоять против него. Я будто слышал голос из тьмы веков, который шептал мне: «Найди ключ, что дарует вам надежду». Ключ? Я видел свет, озаривший артефакт Зелнага на тиранской планете Кархал. Он и есть ключ из видения. Пророчества гласят о противостоянии Зелнага с Амуном в конце времен. Думаю, ключ приведет нас к ним. Я всегда верил тебе, Зератул, но бремя власти ко многому меня обязывало. Иногда я сомневаюсь в том, что на самом деле готов был его принять. Твои сомнения напрасны, юный Артанис. Если тебе было суждено возглавить нас, прими то, кем ты стал. Отправляйся к Джеймсу Рейнору на Кархал и забери ключ. Я же подготовлю наши войска для грядущей войны. Когда ты вернешься, тамплиеры будут готовы. Энтаро Тассадар, друг. Энтаро Артанис, брат. Зератул, ты должен забрать ключ Зелнага у Джеймса Рейнора. Мои же воины восстановят питание копья Адуна. Этот корабль будет незаменим в грядущих битвах. Да укроет тебя Тассадар своей тенью, друг мой. И вновь всем привет, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я Дезерсир. И я продолжаю проходить StarCraft Legacy of the Void, как всегда, на бойце, чтобы не париться. Потому что я люблю наслаждаться историей StarCraft, а уже проходить на эксперте и проще это все потом. Когда уже делать будет, как говорится, нечего. Итак, задание. Выполните задание надвигающейся тьма компании Legacy of the Void. Ну, это просто. Обучите в сумме 20 зелодов или сталкеров в задании. Ну, тоже вроде несложно. Собесите все контейнеры с минералами и газом в задании. Угу. Ну, окей. Чего не попробовать? Искатель пустоты полностью разрушен. Что здесь произошло? Зерги, мы должны защитить темного прилата. Этот район уже должны были очистить от зергов. Сталкеры, бегите к ближайшему Нексусу и предупредите наших братьев. Я должен узнать больше. Ну что ж, у нас есть 3 сталкера, которые, собственно, должны выжить. Это не будет сильно сложно, но и не будет довольно легко. Наверное. Хорошо. Вблинкиваемся. Очень разумно. Ладно, на самом деле, будем давайте пробовать все-таки сделать это нормально. Потому что во втором Заркасе это проще. Будьте осторожны, враги повсюду. Так. Веракул. Отлично. Ради возмездия. Но враги действительно повсюду. Будь под. Чтобы перебраться, нам понадобится использовать скачок. Веракул. Очень. Блин, как они долго иногда стреляют? Просто ужас. Мы. Надо оберегать этого сталкера, который у меня сильно коцанный. Ради вас. Муталиски. Направьте на них нейтронные расщепители. Сердце что? Тьмы. Что? С каких пор у сталкеров есть нейтронные тьмы. Расщепители, скажите мне, пожалуйста. Заманчиво. Я что-то такого не припоминаю. Что за нейронные я расщепители? Я буду служить тебе вечно. Тамплиеры.
Я не чувствую их присутствия в Кхале, Зератулх. Как такое возможно? Вы не можете исчезнуть из Кхалы, не обрезав нейронные узы. Значит, случилось невозможное. Я больше не чувствую Артаниса. Вместо него в Кхале лишь пустота. Тени окружили нас, Вершитель. Артанис в смертельной опасности. Ты должен собрать армию и найти его. Мой фазовый кузнец Каракс поможет тебе активировать Нексус. Зератул, спаси Артаниса. Ну что ж, мои дорогие друзья, давайте попробуем спасти Артаниса. Темный прилад Зератул. Я Каракс из касты Кхалаев. Каракс, друг мой, мы должны как можно быстрее активировать этот Нексус. Ну, мы постараемся, по крайней мере. А вообще, мне нужно просто как можно быстрее, на самом деле, добыть энное количество минералов. Почему нужно нет? Нужно построить больше пилонов. А одного пилона на ближайшее время хватит? Пустота. Мы едины. Вот, я должен обучить 20 юнитов, неважно какого типа, то есть я могу обучить 20 сталкеров, либо 20 зилотов. Но в любом случае 20 штучек мне нужно будет обучить. А у меня кинут буст на Nexus, я так понимаю, перманентный. Либо до создания первых юнитов. Теперь с помощью этих врат ты можешь вызывать воинов. Замечательно, я как бы в курсе, что я могу вызывать воинов, но они довольно дорогостоящие на данный момент, поэтому почему бы нам с вами пока что не вложиться во что-то более интересное. Прекрасно. Но чтобы справиться с более серьезной угрозой, стоит обучить еще нескольких воинов. Логично, друг мой. Думаю, что я пока поставлю эту гадость и попробую заказать пилоны, только у меня соберется количество минералов, необходимое для меня. Не хватает минералов. Примерно столько мне и надо, спасибо. Замечательно. На самом деле не очень замечательно, но окей. А, сойдет. И кривовато я поставил, надо было поставить сюда вот пилончик, тогда бы его хватило на 3, но тут, собственно, особой разницы не играет, особой роли, так сказать. Для максимальной эффективности сбора газа требуется 3 зонда на каждый ассимилятор. Логично. Давайте пока что мы прогуляемся нашей пробочкой, то, чего я обычно в первом иска не делал, ну здесь я, в принципе, этим занимаюсь периодически. Пилон пустоты. С его помощью я смогу призвать неразимов. Замечательно. Мы пришли на твой зов, темный прилад. Замечательно. Замечательно. Очень великолепно, я бы даже сказал. У меня появились дополнительные сталкеры. Но я так понимаю, они не учитываются в обычном сборе. Ну, то есть, грубо говоря, смотрите, я должен создать в этой миссии энное количество. Нексус полностью восстановлен. Как только воины будут готовы, ты можешь приступить к своему заданию, темный прилад. Окей. Так вот, я должен буду создавать энное количество сталкеров и зиотов, но для того, чтобы мне создавать энное количество, мне нужно, соответственно, собрать энное количество минералов и, в общем-то, да. Так что вот эти вот сталкеры, которые я только что подобрал, они, скорее всего, не имеют отношения к нашей группе. И они будут отдельно восприниматься. Давайте сделаем вот так. Так, все. Нужно строить больше пилонов. На самом деле он мне врет. Больше пилонов мне не нужно. Можно кидать на улучшение. Я здесь, среди теней. То есть сделать вот так вот. Ускорять постройку юнитов. Ну, я думаю, что многие об этом, соответственно, знают. И навряд ли кто-то будет прям-таки удивлен такой простой вещи. Тьмы. Так, считаем. У нас раз-два построили сталкеры. Три.
У нас 3 юнита построилось. 4 юнита. 5 юнитов. Будет 6 юнитов. Хорошо. Пока 6, нужно 20 всего-то. Сейчас возьмем группу сталкеров вместе с двумя зилурами. Пойдем прогуляемся пока что. А, неразим призывается вот отсюда. Замечательно. Тут у нас уничтожается мута. Великолепно. У нас есть два зилка, которые нам помогут. Ох, ну гидра, кстати, жестковато немножечко. Давайте спасем. Недоспас, к сожалению. Голос затмения. К сожалению, недоспас. Настал час разумения. Мы едины с тенью. Я не... Зератул, зерги готовятся напасть. Приготовься обороняться. Заманчиво. Окейшки. Ну, я, в принципе, уже оборонился отчасти. А, давайте мы с вами подстроим несколько сталкеров. О, смотрите, а буст здесь действует бесконечно? Или... Ага, он действует на одно здание, но бесконечно. Хм, круто. Выбранное строение сражает параллельное поле ускорения. Его работа на 20%. Слушайте, круто, круто. Мне это нравится. То есть, если у меня будет второй Nexus, я могу ускорить еще раз... Давайте попробуем эту тему. По идее, если я правильно понял, это так работает. Ну и попутно создадим еще один пиончик. Среди теней. Давайте возьмем сами зелков. Я здесь среди теней. Да? Серьезно, ты здесь среди теней? Окей. А пойдемте дальше. Изучать. Очень мне нужно разумно. Собрать все вот эти вот маленькие штученцы. Замечательно. А у зелков, кстати, ножки есть даже. Просто великолепно. Крадущиеся тени. Это просто великолепно. Просто великолепно. А, так, давайте приблизимся. Отлично. Ради возмездия. Ну, будем, соответственно, уничтожать пока что наших веселых юнитов. Так, давай построй-ка мне еще два пилончика. Замечательно. Ну, я понимаю, что здесь можно построить больше, но почему бы не оставить все так как есть? Я... Так, вот нас уничтожаем отсюда. Что это дело? Я ненавижу вас, гады. Исчезните. Что-то они долго, кстати, не исчезали. Все. Ну окей, окей. Среди теней. Так, а давайте сразу сюда сбор на моих юнитов сделаем. Среди теней. Заманчиво. Я силой. Я голос затмения. Отлично. Я не буду. Прогуляемся внутрь. Тебе вечно. О, еще один пилончик. Еще один пилон пустоты. Угу. К твоим услугам, Зератул. Замечательно, что я они не готовы к моим услугам. Просто великолепно. Будь а, у нас много сталкеров, очень много сталкеров. Это прям таки круто. А, сталкеры намного лучше, очень чем зубки, но сталкеры довольно сильно разваливаются. Зератул! Предавший Кхалу! Умри! По-моему, он не договорил. Кто-то затмил разум этих зелотов. Должно быть, здесь замешан гибрид. Нам надо сосредоточиться. Я здесь. По-моему, что-то пошло не так, нет? Или я что-то не понимаю. Так, давайте убьем сначала то, что нам сильно мешает, и все, все, все зашибись, смотрите, все хорошо. Холодно. Все шикарно. Что ты приблинкнись, пожалуйста, сюда, спасибо. Похоже, это последний пилон пустоты. Замечательно. Мы вышли из тени. Замечательно, давайте приблинкнись обратно. Враг, замечательно. Я здесь.
среди теней. Все просто шикарнейше. Я голос затмения. Пустота холодна. Отлично. Хорошо. Ну, как-то так. По крайней мере, как-то так. И мы заканчиваем фактически разрушение здесь всего и вся. Блин, вот это, конечно, обидно немножко. Я здесь, среди тенечно. Так. Будь по-твоему. Если я правильно помню, то эти мелкие гады называются брудлинги. Упс. Мисс Клик. Простите. Простите, мистер Сталкер. Он чуть-чуть умер. Самую малость. Мы едины. Ну, интересно, я построил 20 юнитов. 26 юнитов. Холодно. Здесь. Житель Силендис. Не построил. Я обнаружил пропавших тамплиеров, но разум их помутился. Ими словно кто-то управлял. Дома я не построил. Ну так вот. Что ты предложишь? Ладно. Хорошо. Давайте переблинкнемся наверх сразу. Я не буду. Отлично. Тебе вечно. Замечательно. Веракул. Сиротул, я чувствую твое присутствие. Кхала наполнена яростью. Она порабощает мой разум. Артанис, держись! Мы идем к тебе. Ваши жизни бессмысленны и бесполезны. Я дарую вам спасение. Амун. Темный бог здесь, на Аюне. Он захватил контроль над Кхалой. Тамплиеры повержены. Братья неразимы, мы лишены нейронных уз. И только благодаря этому сохранили рассудок. Мы должны остановить это безумие. Ну что ж, друзья мои. Я ищу стезю, ведущую... Нужно добраться до юного Артаниса. Надеюсь, еще не слишком поздно. Эти голоса шепчут о забвении, о спасении. Врага ждет забвение. Отлично. Слава Элаамам. Я, правда, так и не понял, с кем они немножко тут сражаются, но окей. Арудин разжигал. Я верен тебе. Окей, на самом деле это все можно было вразить Ратулом, но... ведет пророчество. Не так интересно, насколько я понимаю. Я найду выход. Мои навыки. Кхала. Гнев. И ярость. Пустота. Так, на самом деле, знаете, давайте сделаем вот так. Хоп. Моя какашеньки. Ноша непосильна. Что ты предложишь? Такие, хоп. Ты и обратно. Замечательно. Я несу мудрость в царство хаоса. Ну, шо зря я их, конечно. Моя ноша. Ладно, пофиг. Стезю. Мои навыки пригодятся тебе. Ты обращаешься. Замечательно. Ко мне. И давайте наверх уже. Я следую собираться. Своему призванию. Артанис, держись. Я слышу его шепот. Борись, Артанис.
тебя, Зелнага. Зератул. Где-то здесь должно было быть... Я ненавижу Близов. Серьезно. Они убили моего любимого персонажа. Вашу мать, а? Просто. Вот. В общем, всем спасибо за просмотр. Пока, увидимся в следующей серии.